А в 10-й детский сад города Чебоксары приехали три сказочных персонажа – Дед Мороз, Кыш-Баба и Хель-Мучи. Новогодние символы сразу трех народов поздравили дошколят с наступающим Новым годом. Дедушка Мороз приехал к ребятам из Великого Устюга. Песнями и плясками встретили его дошколята Костромской области. Следующим эстафету перенял Кыш-Бабай, татарский Дед Мороз. По видеосвязи он вместе с дочкой Каркызы поздравил жителей двух республик и Костромской области с наступающим Новым годом. К поздравлениям присоединился и чувашский Дед Мороз Хель-Мучи. В первые морозные деньки он украсил столицу республики праздничными огоньками. А сегодня нарядил елку в 10-м детском саду. Мы сегодня познакомились с татарским Дедом Морозом, которого зовут Кыш-Бабай. Таких же детишек мы видели, как мы, и Деда Мороза такого же. Мне понравилось, как наши ребята пели чувашскую песню. Мне понравилось, как другие детишки пели песни. Такие видеоконференции для воспитанников 10-го детского сада не в диковинку. С прошлого года ребята участвуют в муниципальном проекте «По родному краю с рюкзаком шагаю». В рамках этого проекта летом дети совершали пешие походы по городу, знакомились с примечательными местами города. Мы также выезжали с родителями. Не очень давно мы выезжали с мастер-классом в Республику Татарстан, где ребята из этой республики познакомились с нашими традициями и обычаями. В предстоящие зимние каникулы ребята будут знакомиться с культурой русского и чувашского народов. Во многом проект работает благодаря энтузиазму родителей. Сказочное оформление детского сада по мотивам русских и чувашских мифов целиком и полностью их заслуга. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика.